Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы выполним несколько заданий на повторение и закрепление изученного материала. Задание первое. Начертите прямоугольник, длина которого равна 6 см, а ширина 3 см. Обозначьте вершины этого прямоугольника и найдите его периметр. Выполните это задание самостоятельно. Следующее задание под цифрой 2. Сравните 1 час 20 минут и 90 минут, 70 минут и 1 час 10 минут. Выполните это задание самостоятельно. Следующее задание под цифрой 3. Реши задачу. Прочитайте задачу, выполните ее решение, запишите краткую запись, не забудьте записать ответ. Следующее задание под цифрой 1. Вычислите значения выражений. Запишите примеры. Найдите значения. Выполните это задание самостоятельно.
Следующее задание. Под цифрой 2 сравните именованные величины. Поставьте знаки «больше», «меньше» или «равно». Следующее задание. Третье. Решите задачу. Молодцы! А сейчас выполним математический диктант. Запишите. Математический диктант. Я вам буду читать выражения. Вы записываете только ответы через запятую. Будьте внимательны, читаю один раз. Задание первое. Найди произведение чисел 4 и 7. Найди частное чисел 18 и 3. Во сколько раз 24 больше 6? Во сколько раз 2 меньше 18? Запиши число, которое на 1 десяток меньше, чем 93. Запиши число, которое на 1 десяток меньше, чем 81. Запиши число, которое на 1 десяток меньше, чем 48. Запиши число, которое на 1 десяток меньше 19. Запиши число, которое на 1 десяток меньше 32. Поставьте запятую, послушайте задачу. Мише 4 года, а сестра старше его в 2 раза. Запишите, сколько лет сестре? Следующая задача. В коробке 5 красных карандашей, а синих карандашей на 3 больше, чем красных. Сколько в коробке синих карандашей? А сейчас я вам буду читать примеры на умножение и деление. Вы записываете только ответы. Будьте внимательны, записываем строчку через запятую. 4 умножить на 4. 5 умножить на 7. 4 умножить на 9. 6 умножить на 6. 24 разделить на 3.
18 разделить на 9. 27 разделить на 3. 28 разделить на 4. Молодцы! Сегодня мы с вами порешали задачи, примеры, выражения, сравнивали именованные числа и выполнили математический диктант. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго! До новых встреч!